Мой рабочий день начинается всегда по-разному. Конечно, чаще всего я на работу прихожу к 9 утра, но бывает и в 4, и в 5 утра приходится вставать, подниматься и причесывать невесту. Ой, в детстве, конечно, я всегда делала прически куклам, стригла их регулярно и вместо этого еще клеила свои волосы этим постриженным куклам. Сама себя в детстве стригла неоднократно. Думаю, что люди приходят именно не только за прической к нам, но и за хорошим настроением, за хорошим общением к нам. Ведь мы не только парикмахеры, мы еще и психологи. К идеалу стремиться, конечно же, нужно. Я никогда не занимаюсь самодеятельностью, не стригу, не крашу себя. У меня есть прекрасные коллеги, которые всегда мне помогут стать красивой. Года два назад я была красной, потом я стала темно-темно-русой. И как сейчас вы видите, я блондинка. Чтобы была возможность предложить нашим клиентам что-то новое, постоянно надо это узнавать новое, отрабатывать, показывать суперкласс нашим клиентам. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.